Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Сегодня я хочу рассказать вам такую тему, которая волнует очень многих людей, особенно новичков, которые приходят в этот бизнес. Итак, эта тема: если я новичок, то как же мне приглашать в бизнес? Итак, подумайте, а вы сами пришли к какому спонсору? Что он вам дал такого, почему вы к нему пришли? И постарайтесь выявить самые лучшие моменты. Но я больше чем уверена, что вы пришли потому, что человек показался вам экспертным в этой области. Так вот, самое первое, что нужно сделать новичку, это самому стать экспертом. Потому что если вы будете приглашать людей в свой бизнес, и они будут чувствовать, что они знают больше, чем вы, они к вам никогда не придут. Итак, обязательно изучите все о той компании, с которой вы партнеритесь. Обязательно изучите все о тех методиках, с помощью которых вы и планируете строить бизнес. И самое главное, эти инструменты должны хорошо работать. Изучайте, смотрите, читайте. Но смотрите не только то, что вам дает, например, ваш спонсор. Изучайте более глобально, потому что вы можете сложить из всех моментов, которые вы изучили и просмотрели, что-то свое и дать свою экспертность, показать свою экспертность людям. Как показать? На своих страничках, на своих блогах, в своих видео. Второй момент. Представьте, что ваша целевая аудитория – это вы сами. И что бы вы хотели, чего бы вы хотели добиться в компании, в которую вы пришли? Например, вы хотите выйти на чистый доход $1000, ну, к примеру, через 3-4 месяца. Пропишите, пожалуйста, те алгоритмы и ту систему, по которой вы будете идти к достижению этой суммы. Или же вы хотите автомобиль через год. Или же вы хотите поехать в кругосветное путешествие. То есть все вот эти цели нужно обязательно прописывать на бумаге и ставить пошаговый алгоритм достижения этих целей. Так вот, когда к вам придет человек, вы и покажете ему этот алгоритм. Третий важный момент. Нужно определить вашу целевую аудиторию. Это нужно сделать обязательно. Почему? Потому что у каждой целевой аудитории есть своя боль, которую вы и должны удовлетворить своим предложением. Какие проблемы чаще всего встречаются у вашей целевой аудитории? Ну, очень часто встречается такая большая проблема, как инструменты, как пошаговая система. И вы обязательно должны сказать, что именно вы можете дать пошаговую систему, как выйти на доход в $1000, как поехать в путешествие, как получить заветный автомобиль и так далее. То есть вы должны рассказать человеку, что у вас есть пошаговая система, схема, алгоритм, и что вы готовы поделиться и научить взять человека за ручку и провести его до конца. Если у вас это действительно будет, человек вас услышит. Ему не всегда важно, чего вы достигли. Ему важно знать, что у вас есть в руках эти инструменты. Итак, я могу привести вам пример, как вам нужно общаться с новичком, который пришел в ваш бизнес. Ты знаешь, я обнаружила для себя бизнес. В этом бизнесе я прямо сейчас поставила себе цель через 3 месяца заработать $1000, а через год я уже хочу ездить на новеньком автомобиле. Также я хочу поехать в круиз по Средиземному морю. И у меня прямо сейчас есть план, есть система, как это сделать. Я над этим работаю. Как насчет того, чтобы поговорить и обсудить это? Мы можем усилить друг друга и сделать это прямо сейчас. Пойти вместе, рука за руку или рука об руку к этой цели. Я, кстати, рассмотрела все нюансы, посмотрела легальность этого бизнеса и хочу сказать, что здесь действительно можно очень круто заработать. Вот таким образом можно пригласить любого человека в бизнес, если у вас есть желание, если у вас есть инструменты, но пока что еще нет каких-то успехов в этом бизнесе, то есть нет какого-то ранга. Итак, будьте экспертны, изучайте все, и, конечно же, люди к вам будут приходить.
А я бы очень хотела, чтобы в комментариях вы оставили, написали свои методы приглашения новичков в бизнес, какие-то свои, поделились каким-то своим опытом, да, как это было у вас. Я буду вам очень благодарна, мы это можем обсудить. Естественно, это поможет и другим людям. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Если вам видео понравилось и было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Очень скоро выйдет еще одно мое очень крутое новое видео, поэтому нажмите на звоночек внизу, чтобы его не пропустить. Подписывайтесь на канал. Ну и до встречи. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока.